Шведские компании по оптовой продаже мяса получили большие партии говядины, которая, как оказалось позже, была окрашена свининой. Как сообщается, поддельное мясо поступило от шведской компании Hit AB, которая, в свою очередь, получила его от венгерской Filetto. Фальсификацию обнаружила шведская оптовая компания Svensk Cater после того, как один из ее заказчиков вернул большую партию говядины, заявив, что она была слишком влажной и некачественной. Мясо направили в Национальное агентство по контролю за качеством продуктов. После анализа выяснилось, что это вовсе не говядина, а окрашенная свинина. Это оказалось свинина вместо говядины. Конечно, компания разозлилась и связалась с полицией. Мясо гораздо краснее обычной свинины, поэтому есть подозрение, что в него добавили какой-то краситель или неизвестную субстанцию. Агентство предупреждает, что данных о красителе и о том, можно ли его употреблять в пищу, пока нет. Директор компании Hit AB, которая первой получила поддельную говядину, говорит, что часть продукции была настоящей. Когда мы получили продукцию, я ее осмотрел, открыл коробку, взял кусочек, пожарил и оценил его свойства. Я не увидел никаких проблем. Но когда мясо поступило к Svensk Cater, там были куски свинины, а не говядины. Поскольку говядину часто готовят недожаренной, есть вероятность, что полусырую свинину будут употреблять в пищу под видом говядины. Это может привести к пищевому отравлению или заражению кишечными паразитами. На данный момент неизвестно, какие объемы поддельного мяса поступили в свободную продажу.